Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте лодочный мотор Nissan 175. Хозяин жалуется на посторонний стук в двигателе. Говорит, стучит. Замер компрессии в левом ряду у нас показал 7 кг во всех цилиндрах на сантиметр в квадрате. В правом у нас ряду верхний цилиндр 6 кг на сантиметр в квадрате. Второй цилиндр 0. И третий 6,5. Сейчас мы возьмем камеру, нам стало интересно, почему там все-таки 0. И мы видим, что поршень прогоревший, какой-то прогар у нас, торчит какое-то кольцо. И, собственно, поэтому и 0 кг. Сейчас мы разберем этот двигатель и посмотрим, что там внутри. При допросе с пристрастием хозяина этого лодочного мотора, он сознался в одном, что обычно эксплуатировал его при 4500 оборотах, и как-то раз он крутанул его до 5500. Это было непродолжительно, около 5-10 минут, он сказал, и после этого он его застучал. Вот так вот выглядит сейчас зажигание на том цилиндре, на котором 0 кг компрессия. Сними еще цилиндр. То есть даже так вот видно, что там что-то есть, кольцо. Так вот, в клапанах того цилиндра, в котором 0 кг компрессия, мы видим какие-то сколы. Вот это, возможно, гильза цилиндра. Вот вы видите. Да, это, скорее всего, гильза, видишь, фаска есть. В общем, продолжаем нашу разборку. В общем, прокручиваем немного коленвал. Видно, что у нас поршень оторван. Вот он у нас болтается. Видно? Видно. На этом разборка заканчивается, так как владелец отказался от дальнейшего ремонта и диагностики. Скорее всего, этот мотор пойдет на запчасти. Хотели вытащить поршень без снятия головки, но у нас ничего не получилось, так как он зажатый в гильзе. Гильза лопнула. Как это произошло, как так случилось, мы не знаем, так как диагностика масляной системы, масляного насоса показала, что она рабочая, каналы все чистые, масло поступало ко всем цилиндрам. Единственное, что владелец мотора говорит, в море двигатель застучал, и он дошел до берега. Ну и, соответственно, потом уже со всеми вытекающими привез к нам. На этом все.
Всем спасибо, пишите свои умные комментарии. Пока.